Доброе утро всем, наши дорогие подписчики. У нас утро начинается на стадионе. Юра сказал, что тоже пойдет сегодня со мной. Хотя он сейчас уезжает, но я говорю, хватит сидеть в ноутбуке, вставай. И, в общем, он уже круг, смотрите, пробежался. Как настроение? Спортивное. Настроение спортивное. Теперь иду на турник на брусе. Молодец. Сделаю набор упражнений, которые я делаю постоянно, чтобы размять мышцы ног. Давай, давай. Ты еще пойдешь? Конечно, мне еще кругов 5. Не переусердствуй. Окей. Не переусердствуй. Хорошо, мне нравится, что ты заботишься обо мне. Так, еще раз привет. Утром вы видели Юру, меня не видели. Сегодня так тепло на улице, 27 градусов. Я что-то одела с длинными рукавами. В общем, приехали с мамой на дачу. С утра занималась домашними делами. Ну, что такое домашние дела? Это что-то вкусненькое приготовить. Я приготовила сельдь под шубой для Юры. Для себя сделала просто свекла с, ну, с грецким орехом, сыром и со сметаной. В общем, прочитала, что... Ну, вернее, давно прочитала, знаю, что свекла, она... И обладает очень хорошими полезными свойствами, очень полезно при давлении, ну вообще от всего, короче, полезно раз в неделю есть свеклу. Вот сейчас мама хотела дальше у меня еще гладить, глажки у меня, конечно, очень много, но так подумали, смотрите, стоит какая замечательная погода и заканчивается уже, скажем, такая пора летняя, и наступят дожди, и тогда сиди дома, гладь, хоть обгладься. А сейчас нужно пользоваться моментом, поэтому мы приехали на дачу для того, чтобы надышаться этим воздухом, для того, чтобы собрать вот эти все яблоки. И, возможно, даже, наверное, я сейчас посмотрю, может быть, даже немножко... Я пока сеть хочу немножко подровнять, да. А, ты в носочках бегаешь, иди сюда. Для моя. Так, мамуль, привезла тебе кроссовки, мне прислали из Америки. Посмотри, если тебе понравится. Ярики, это очень хорошая фирма. Какая она? New Balance, по-моему, называется. Uh-huh. Очень качественно. Смотри, какая упругая подошва. Uh-huh. Поэтому ты сейчас померь. Если они тебе будут хороши, ты оставляешь. Только нужно на... Сейчас пакет тебе принесу. Стой. Да я там померю, дома. А давай в доме. Вот она, фирма New Balance. Ты вытащила отсюда? Ты расшнуруй их. Вытащу. Че, маленькие? Нет, нормальные. Вообще они идеальные. Смотри, мам, по размеру. Ой, самый раз. Ну, вот они идеальные. Смотри, какие они клевые. И легкие. Это нет, я беру себе. Ну и забирай. Отлично. Это модель вот эта, 530-я, по-моему. У меня просто уже выслали, у меня же еще есть вот этот... Майкл Корс я тебе показывала. А это вот мне, видишь, балуют. New Balance. Я просто подумала, что у меня есть те, которые, ты говоришь, которые, ну, тебе не нравятся. Серебристые. Серые, да. В общем, мама, носи на здоровье, да. Спасибо, спасибо. Угу. Да. Очень хорошо. Идеальные. И легкие такие. Но они клевые. Ага. Такие звуки. Так, ты что будешь делать? Я буду вот все обрезать. Обрезать, вот потом это яргину пока оставлю. Угу. А я, значит, уберу вот эти все яблоки в компостер, вот эти все опавшиеся. Да. И что я сделаю? И покошу тогда. Да, сколько смогу. Покосить. Мне кажется, покосить. Ну да, ну можно вообще. Да. Ну вот, сейчас чайку попьем и, как говорится, поработаем. Это земляника, которую нам Оля давала, помните? Ничего, так вроде прижилась. Кустики. А это мама здесь уже подготовила грядки под чеснок. Чеснок, а там у нас еще остатки морковки, по-моему, петрушки. Все. А, малину я сегодня не проведала. По традиции каждый раз прихожу, иду в малину. Кукуруза не успеет. Смотрите, как каждый день поспевает новые ягоды. Но вот вчера же их не было. Не было. Люблю малину. Ну, можете спросить, что ты, Оксан, не любишь? Все люблю. Вкусная какая. Какая у нас хорошая поздняя малина. Иди сюда.
мы с мамой за этой малиной в первый год, когда купили дачу, ездили в Тверскую область. Какой-то женщине, она нам вот выкапывала, мы оттуда привезли. Посадили ее очень много, 25 кустов, и у нас были кроты. Они ее там всю подкопали, и вот сюда ее посадили. Ну, это тоже не ее место, да, мам? Да. Вообще, по идее, всю малину надо высадить на задний двор, где теплица. Вот такая вот красота у нас. Вообще, сегодня 24 число. Какая стоит отличная погода. Яблоки будем собирать. Вот что, придется опять печь пирог. Когда пирог печешь, начинаешь его есть. А что вот? Ну вот яблоки, видишь, сколько яблок. Юрика побаловать. Он сегодня еле круг пробежал на стадионе. Еще пару таких пирогов, и один круг не пробежит. Как говорит мама, глаза боятся, руки делают. Вот, видите, яблок, конечно, очень много, и она вся яблоня в яблоках. А мама тихим сапом там, видите, вырезает что-то, порядок наводит. Мама молодец, у нее всегда порядок. Что на даче, что дома, что в документах. Молодец. Есть у кого учиться. Шалена помогла мне собрать все яблоки. А где мою яблочку? Не знаю. Яблоки я сделала вон там вот яму, чтобы они перегнили. Но вот у меня с Оксаной спорт. Перегнили там, листья не перегнивают, а яблоки перегнивают. Не знаю. Надеюсь, что перегниют. Ну что, продолжаем пить чай. Они же не исчезнут никуда. Они же там будут гнилые, просто такие склизкие. Ну что, друзья, яблоки собраны, все сделано. Листья не мели, неохота было. Все в листьях подметем, сделаем. Самое главное, на природе, на свежем воздухе побыли. Хорошо так прямо, я отдохнула душой и телом. Сейчас все, поедем дальше. Сейчас всех развезу, поеду домой. Там Юрчик ждет, пойдем погуляем. С вами еще поболтаем. Так, а теперь я приехала домой, а дома меня ждет Салют. Отдохнувший Юрчик. Да, восстановился я. Сегодня с утра выехал на работу, где-то в 10 часов. Был у меня большой заказ, такой на доставку мебели здесь по Зеленограду. Ну, там привлек ребят грузчиков, конечно. Вот мы потратили 6 часов на всю эту работу. Угу. Ну, в общем, тяжело досталось, тяжело. Ну, зато заработали. Смотрите, вот этот арбуз, который я принесла. Да. Я утром сделала для Юры заготовки, мясо отбила, поперчила, посолила. И теперь ему останется только пожарить. Короче, творчества у меня никакого нету. Ты уже все подготовила мне. Творчество у тебя есть. Ну, ладно, нарезать хорошо. Картошечку. Нет, картошечка это твое. Нет, картошку у тебя почистила даже. Я знаю, эту картошку это твое. Это твой конек. Нет, поэтому это не мой конек. Готовишь отнимать, ужин ты. Отнимать у тебя его не готовишь буду. Ужин ты. А вот мясо и грибы я вот сейчас приготовлю и сделаю так, что ну постараюсь принести что-то свое в это, то, что ты приготовила. Ну и чтобы это понравилось всем. У меня только заготовки для творчества, а ну, творить ладно, сегодня все, будешь хорошо. Ты. Давай, сейчас да. Готовь ужин и пойдем погуляем, на улице прекрасная погода. Да, последние дни. Давай, готовься. Что, готов? Да, ну я хотел бы узнать у тебя, к чему я пришел. То есть какие ты добавляла специи? Мясо, только сванскую соль и перец черный, все. Ну, больше так. Никуда ничего не добавляла. Все, ну теперь мне общая картина стала понятна. Ну, давай приступим тогда. Ну, приступаем. Проищет креветочный соус. Давай я тебе подскажу. Вот, не хочешь вот это использовать? Это тоже очень вкусная вещь. А, давай. Давай, вот. Конечно. Угу. Все, значит, винный уксус и креветочный соус. Ну, мы заменим вот этим вот. Да. Да. Все. Юра всегда добавляет винный уксус, кстати, я никогда не добавляю. Кстати, у меня на балконе распустились орхидеи, тоже красивые. Сегодня их поливала. Все, Юра приступил. Запустили мясо, Юра свинину жарит, я картошечку. Сельдь под шубой у нас еще есть. Просто свеколочка, думаю, будет вкусно. Готовим. Пришла посмотреть, как дела у Юры. Что тут у тебя? Так, вот я добавил сюда... Ой. Шампиньоны. Ага. Сейчас добавлю еще грецкий орех. О, отлично.
Надо было помельче грецкий орех, или так ничего, лучше? Ничего, нормально. Хорошо. В общем, когда Юра у руля, чего он только не добавляет. Отлично. Очень красиво. И картошечка красивая. И у нас еще кинза я сейчас достану. Картошечка уже готова. Посолил с ванской солью. Будет хватит, очень вкусно. Хватит. Думаешь? Я люблю, вот, когда она вот так вот готовится, и пробовать. Ну, горячая. Уже готова. Домашняя. Какая вкусная. Прелесть. Юра, приятно готовить, когда есть все заготовочки? Да, все, конечно. Вкусняшка. Ты же знаешь, что я уставший. Знаю. И поэтому я найду любой повод, чтобы откосить от приготовления еды. И кинза. Давай. Ну, это кинза сейчас. Угу. Интересно, если творог вчера был последний день, можно его есть, как ты думаешь? Сейчас. Попробую. В общем, я на ночь, конечно, свинину с картошкой есть не буду. У меня есть творог. Ну, то я сейчас пойду ходить. А Юра решил выпить бутылочку. Ой, ну не бутылочку, стаканчик. Бутылочка. Как ты громко сказала, я уже... Стаканчик. На... А, Юр, зачем так делаешь? У тебя живот легко. Смотри, вот это вот разве не снимается вот это? Ничего вот? Страшного. Тебя привычки. А, не очень полезная у тебя привычка. Юра, почему ты, когда готовишь мясо, у тебя сразу хочется попить вина? Потому что мясо с вином гармонирует. А тем более я купил эту бутылку вина 3 дня назад. Она мне стояла. Мозолила глаза. Ну, думаю, надо же ее. Ой, а у нас нет такой крышки, чтобы закрывать вино? А ведь мы туда налили с тобой чачи, что ли, или чего-то. У нас была крышка. Я старый, закрываю старый. Ну, у тебя просто силы много. Я, допустим, не смогу так воткнуть. Ну, все. В принципе, все уже готово. Так, Юра себе приготовил бокал. Я не буду, потому что я иду на стадион. Я вообще люблю вино пить, когда я нахожусь в отпуске. Когда я где-то в Грузии или в любой другой стране. А дома мне не получается. Ну, как... А я от этого, сказать честно. Не получается, ну... Не получается, потому что то ходьба, то танцы, то куда-то я еду. А у Юры все получается. Вот такая красота получилась у Юры. Очень быстро жареная картошечка со свининами, с шампиньонами. Бутылочка вина Пиросмани и, конечно же, соус со цибели. Да нет, это соус я покупал. Я непонятна его история. Честно говоря. А давай возьмем нормально, который в Грузии купили. Давай. Давай, этот выброси, если тебе не нравится. Нет, не выбрасывай, я его добавлю в какое-нибудь блюдо. А вот этот мы покупали, помнишь, перед отъездом? Да, я помню. Вот, его открывай. Соус со цибели. Давай, открой, я хочу, чтобы ты попробовал. Потому что я люблю соус. Ну-ка. Дай мне, тоже хочу попробовать. Так, вилочка, хочу попробовать. Ой, такой настоящий. На тебе вилочку мою. Я не буду. Я буду заниматься садо-мазо, сидеть с тобой, разговаривать и смотреть, ладно, как ты пьешь вино. Как говорится. Ой, как красиво булькает. Буль-буль-буль-буль. Ты как буржуин. Взболтнем. Запустим. Кислород, это вино. А ты не кислород так выпускай, да? Да, пару запустим. Так, за наших зрителей, за нас. И... За хороший вечер. За мир. Давайте. Давай, Юрочка. Как вино? Вино бесподобное. А мясо? Отлично. Ну, так вот. Вино. Кусочек попробовать, оно промариновалось, очень вкусно. Я же его утром заготавливала. Даже сибири, мне кажется, лишнее. Не нужно, потому что тут настолько все это гармонично, угу. Все это и добавлять что-либо, мне кажется, можно использовать. Да, вкусненько, ладно, кушай. Так, ну что, я попробовала мясо. Мясо очень вкусное, но я немножко совсем. Смотрите, какой у меня красивый костюм от любимого Василька. Ну что, время у нас 9:00 вечера. Юра, ты пойдешь со мной или отдохнешь? Я отдохну. Юра отдохнет, а я пойду немножечко подышу свежим воздухом перед сном. Похожу по стадиону, заряжусь, как говорится, энергией перед сном
И будем отдыхать. Рано, дорогие друзья. Так вот немножко с вами побывали на даче. Приготовили ужин. Пообщались. Это самое главное. Главное общение, да, в нашей жизни. На этом заканчиваю видео. Для того, чтобы встретиться с вами обязательно в следующем видео. Погода сегодня стояла прекрасная. Я посмотрела еще всю неделю. Будет вообще замечательная погода. Думаешь? Да, написано. Похолодание начнется, по-моему, только с субботы. Мне сказали, понедельник немножко похолодает. Не, ну немножко понятно, что не будет уже как сегодня. Сегодня 27 градусов было. Жара была. Да, будет уже 20-23. Ну, я еще раз... Мне кажется, был, как раз сказал, что это комфортно. Было вообще настолько с коротким рукавом. Шикарно сегодня было. А я сегодня оделась длинным рукавом футболку. Мне было немножко жарковато. Погода просто чудесная. Грибников попадается огромное количество. Грибов очень много. Ну, что-то у нас с Юрой такой график, что мы не можем попасть вдвоем в лес. А по одному у нас, как бы, я, допустим, одна не пойду, потому что я боюсь. Я зайду. Мы с Леной, с подругой ходили в лес. Там у нас есть такой район Малина в Зеленограде. Так мы там заблудились, по навигатору оттуда выходили. Шли в сторону там болот. Потом машину искали, где поставили. Ну, еще, я еще вообще грибник еще тот. Ладно, дорогие друзья, всем хорошей трудовой недели. Всем хорошего настроения. Будьте здоровы. Все у вас будет хорошо. Пока-пока.